Думаю, все пользователи Android смартфонов хотя бы раз запускали встроенное приложение «Калькулятор», но в этом обзоре я хочу поговорить не о нем. Сегодня я хочу рассказать о простом, но очень удобном стороннем калькуляторе, который обладает одной интересной функцией. Итак, встречайте приложение под названием MyScript Calculator. В отличие от своих собратьев, этот калькулятор не имеет клавиатуры. Разработчики решили пойти по совершенно другому пути и предложили пользователям не нажимать на клавиши с цифрами, а писать эти цифры прямо на экране мобильного устройства. Да, в MyScript Calculator есть функция рукописного ввода, и для этого вам не обязательно использовать стилус. Приложение отлично распознает даже очень корявые цифры. Что касается функционала, то с помощью MyScript Calculator вы не сможете посчитать примеры с интегралами или сложить две матрицы, но этот калькулятор отлично подходит для относительно несложных примеров. Он умеет складывать, делить, умножать, отнимать, извлекать корни, возводить в степень, работать с дробями и так далее. Для удаления ошибочных знаков или цифр вам нужно просто перечеркнуть кусочек выражения, и он автоматически пропадет из рабочей области. Разработчики постарались создать простой, удобный калькулятор, и на мой взгляд, у них это получилось. MyScript Calculator можно скачать в Google Play совершенно бесплатно. Официальным спонсором наших роликов является Игорь Полтавцев.